Также во время совещания в Москве губернатор и министр культуры страны обсудили вопросы, связанные с реконструкцией самарского цирка. Сошлись во мнениях, сделать это необходимо как можно скорее. И договорились объединить усилия. Деньги на эти цели направят из областного бюджета, средства готовы выделить и федеральное ведомство. Напомню, к работам намерены приступить в следующем году. Реконструкция займет 3 года. Проект уже готов. Он предполагает, что внешний вид цирка останется прежним. При этом в здании появится подземный паркинг, а на месте 4-этажного административного корпуса появится высотка, в которой будет располагаться гостиница для артистов.